Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Впервые в ДВФУ сборы для подготовки студентов к чемпионату мира по спортивному программированию стартовали в университете. Команды, приехавшие из различных вузов России и других стран, будут интенсивно тренироваться в течение недели по 8-10 часов в день. Железный костюм, российскую модель экзоскелета впервые тестируют на Дальнем Востоке. О том, как люди учатся заново ходить, расскажу вам я, Дмитрий Беломестнов. Уникальное пополнение. В зоопарке на Садгороде родилась зебра. О первой зебре, рожденной на Дальнем Востоке, расскажу я, Светлана Садовая. Также в выпуске двое туристов погибли в Приморье во время проката на парашютной системе за катером. И еще расскажем, публичные слушания по проекту новых правил благоустройства городских территорий прошли во Владивостоке. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Тайфун Ампил, подошедший к побережью Китая, в ближайшее время превратится в циклон и принесет сильные дожди в Приморский край. Как сообщают в пресс-службе Приморского гидрометцентра, 26 и 27 июля наиболее интенсивными они будут в центральных и северных районах. Учитывая ситуацию на реках края, которые наполнились прошедшими на прошлой неделе дождями, новые осадки могут поднять высоту воды до опасного уровня. Приморский гидрометцентр рекомендует органам местного самоуправления центральных и северных районов подготовиться к циклону. Тем временем МЧС готовит силы для помощи дальневосточным регионам, где циклон может осложнить паводковую обстановку. Руководство регионального центра поручило своим управлениям ежедневно совместно с метеорологами готовить детальный прогноз интенсивности осадков, уровней рек, территорий, подверженных подтоплениям. В настоящее время силы МЧС России, привлеченные из сибирских и дальневосточных регионов, ликвидируют последствия подтоплений и ведут аварийно-восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах Забайкальского края и Амурской области. В общей сложности порядка 600 спасателей были доставлены в районы ЧС ведомственной авиацией. Двое туристов погибли в селе Андреевка Хасанского района Приморья. Мужчина и женщина решили прокатиться на парашютной системе за катером. Работники, которые готовили отдыхающих к полету, не зафиксировали страховочный жилет и крепеж к подвесной системе парашюта. При подъеме за катером на высоту не менее 50 метров над водой мужчина и женщина упали. В результате полученных при падении повреждений отдыхающие погибли. Следственным комитетом России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проведен осмотр, допрашивают свидетели, назначены судебные экспертизы. Предпринимателям грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, 19 июля 2018 года Хасанский районный суд вынес приговор местному жителю, который был осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Так, 29 июля 2017 года один из отдыхающих оплатил полет на парашютной системе над морем в селе Рязановка. В результате пострадавший упал с высоты 35 метров и разбился о воду насмерть. К другим темам. Ипотеку от 5,5% начали выдавать в Приморье работникам бюджетной сферы. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составит 5,5% годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6%, если жилье куплено на вторичном рынке. В программе смогут принять участие врачи, учителя, ученые, государственные служащие и семьи с двумя и более детьми. Ипотечная ставка для заемщиков будет субсидироваться из регионального бюджета. В 2018 году на эти цели администрация края направит около 30 миллионов рублей, благодаря чему оформить ипотеку на льготных условиях смогут примерно 120 семей региона, а уже в 2019 году на субсидирование ставок по программе будет затрачено 100 миллионов рублей. Улучшить свои жилищные условия смогут почти 400 семей края. Выдвинутый в Совет Федерации на пост сенатора от Приморского края экс-глава МЧС России намерен внести ряд предложений по изменению федерального и регионального законодательства, направленных на развитие Приморья. Владимир Пучков планирует помочь органам местного самоуправления сформировать современную нормативную базу с учетом особенностей каждого города и района. В конце июня 2018 года глава края Андрей Тарасенко предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора от региона. Назначение должно состояться, если на сентябрь
октябрьских выборах губернатора Тарасенко одержит победу. Ранее Андрей Тарасенко заявлял, что Приморский край не сможет без помощи федерального центра провести работу по расчистке русел рек, которая необходима для предотвращения последствий ежегодных наводнений в регионе. В последние несколько лет на федеральном уровне был принят ряд законов, направленных на экономическое развитие Дальнего Востока в целом и Приморского края в частности. Международные учебно-тренировочные сборы для подготовки студентов к чемпионату мира по спортивному программированию впервые принимает Дальневосточный федеральный университет. Интенсив с участием команд из разных регионов России, а также Белоруссии, Китая, Бельгии, Малайзии и Бангладеш пройдет с 23 по 30 июля. Программу проводит совместно с Московским физико-техническим институтом, а также с двумя китайскими вузами. Тему продолжит мой коллега Евгений Черемухин. Парни и девушки методично стягиваются к одной из аудиторий кампуса Дальневосточного федерального университета. Все они, а это 30 человек, студенты. Но непростые. В руках почти у каждого лэптоп или планшет. И разговорчики в аудитории весьма специфические. Все собравшиеся – программисты, которые видят свое будущее в области алгоритмических, оптимизационных и исследовательских задач. На Тихоокеанское побережье они прибыли, чтобы подготовиться к чемпионату мира по спортивному программированию. Данное мероприятие называется «Сборы по программированию». Команды, приехавшие из различных вузов России и других стран, будут интенсивно тренироваться в течение недели по 8-10 часов в день для усиления своих навыков в алгоритмическом программировании. Кроме самосовершенствования, участие в учебно-тренировочных сборах – в первую очередь неплохое подспорье для успешного прохождения этапов будущего чемпионата мира по программированию. Называться он будет ICPC. Аббревиатура расшифровывается как Международный коллегиальный конкурс программистов. Эти соревнования проводятся с 1977 года ежегодно, собирая более 300 тысяч участников. Ну а в стенах ДВФУ ребята будут решать примерно те же самые задания, что и на грядущем чемпионате, а их тренерами станут призеры прошлых соревнований. Финалист ICPC 2014 года Филипп Рухович даже выступил для участников с приветственным словом. Интересная деталь – брифинг сборов проводится исключительно на английском языке. Всего в международных учебно-тренировочных сборах участвуют чуть более десятка команд, однако не все из них из Приморья. Часть кодеров приехала из Москвы, однако есть даже китайские команды, вместе с которыми приехали и их спонсоры. Сами сборы проводятся под эгидой более крупного лейбла – Moscow Workshop. И всего в этих мероприятиях уже приняли участие более 1600 студентов из 167 вузов из 50 стран. И участие ДВФУ в проекте, имеющем международный статус, лишь прибавляет репутации самому крупному вузу Владивостока. По факту мы учимся на каких-то абстрактных задачах, мы учимся пользоваться алгоритмами так, чтобы в реальной жизни, когда у нас будет действительно сложная задача, мы смогли спокойно ее использовать, так к тому же развивает еще мышление, больше творческое, нестандартное. Да. На самом деле программист – это творческая профессия, весьма и весьма творческая. Она требует огромных математических знаний, но если ты не умеешь ничего придумывать, то сделать тут нечего. Впереди у ребят еще несколько дней беспрерывного труда, решения нестандартных задач и, конечно, командной работы. Последнее особенно поможет тем из них, кому посчастливится участвовать в подобном соревновании, но уже в мировом масштабе. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Пациенты медицинского центра ДВФУ учатся заново ходить. В течение месяца, начиная с 24 июля, в университетской клинике пройдут тренировки с использованием новейшего железного костюма. Центр реабилитации ДВФУ станет первой площадкой для тестирования российской модели экзоскелета на Дальнем Востоке. Подробности в следующем материале. Мышцы, которые участвуют в ходьбе, естественно, он задействуется. За исключением, наверное, поясничного отдела. Вот. Мышцы ног, пассивно. Он задействует. Железный костюм, в котором человек напоминает робота. Разработка ученых, направленная на восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций опорно-двигательного аппарата. Тренажер представляет собой конструкцию с моторизированным каркасом, который надевается как костюм. Его вес 23 килограмма, но пациент его не ощущает. Робот предназначен для автоматической ходьбы, поэтому носит и себя, и пользователя. Да.
Занятия в экзоатлет заменяют сразу трех физиотерапевтов. Такие тренировки показаны людям с ограниченными возможностями здоровья, с последствиями инсульта и травмы спинного мозга. Главное условие – полная работоспособность рук. Пациент, когда он ощущает то, что он может встать самостоятельно, пройтись несколько шагов, развернуться, естественно, появляется новое ощущение, то, которое было давно забыто. Это создает дополнительный эмоциональный всплеск к тому, чтобы двигаться в своей реабилитации, что есть еще возможности, и очень часто реабилитационный потенциал, он просто не реализован пациентом. Этот чудо-робот спроектирован в соответствии с телосложением европейского человека. Учитывается и особенность роста от 160 до 190 сантиметров и веса до 100 килограммов. Теперь даже габаритные пациенты смогут вставать, садиться, ходить под присмотром специалиста. Все успехи запоминает компьютер. И позволяет любому сотруднику, инструктору увидеть сразу предыдущие все элементы тренировки и приступить к новым каким-то сдвигам в реабилитации. Для того, чтобы такие тренировки принесли нужный результат, их нужно проводить либо ежедневно, либо несколько дней в неделю, по часу в день. Длительность курса по советам врачей. Для многих использование такого робота не просто шанс вспомнить, каково это стоять на ногах, но и попытаться вернуться в вертикальное положение. Благодаря вертикализации организма и ходьбе тренировки помогают нормализовать артериальное давление, увеличить объем легких, предотвратить дегенерацию мышечных и костных тканей, повысить подвижность суставов. В отдельных случаях, если спинной мозг поврежден не полностью, а травма произошла относительно недавно, есть шанс вообще избежать инвалидности. Первым пилотом экзоскелета для тестирования в стенах реабилитационного центра ДВФУ стал Дмитрий, у которого травма спинного мозга после ДТП. Сегодня у нас четвертое занятие, да? Я уже вижу результаты, потому что у меня одна из ног начала лучше делать правильный подъем. То есть и в ходьбе у меня уже за 4 занятия появились маленькие, но изменения. Реабилитацию пациентов с использованием экзоатлет уже проводят 28 клиник страны, от Москвы до Новосибирска. Стоимость такого оборудования – 3,5 миллиона рублей. Специалисты медцентра ДВФУ надеются, что после тест-драйва будут оценены возможности экзоскелета. И при удачных результатах, а также при заинтересованности в лечении со стороны людей с ограниченными возможностями здоровья, такой чудо-робот появится в центре в качестве дополнительного средства реабилитации. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Публичные слушания по проекту новых правил благоустройства городских территорий прошли во Владивостоке. Семиверстка – самый большой туристический маршрут – открыли в нацпарке «Земля леопарда». В мире животных морж Миша из Приморского океанариума научился подражать утиному кряканью. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Публичные слушания по проекту новых правил благоустройства городских территорий прошли во Владивостоке. Семиверстка – самый большой туристический маршрут – открыли в нацпарке «Земля леопарда». В мире животных морж Миша из Приморского океанариума научился подражать утиному кряканью. Публичные слушания по проекту новых правил благоустройства городских территорий прошли во Владивостоке. Их разработали по поручению главы города Виталия Веркиенко. В общественном обсуждении участвовали 63 человека. Докладчиками выступили специалисты администрации города, представители Думы Владивостока, общественности и эксперты. Желающие задали вопросы и получили консультации по проекту правил благоустройства. Познакомиться с проектом все желающие могли в МФЦ, в общественной приемной главы города, в Центре развития предпринимательства, а также на сайте городской администрации. Каждый смог внести свои предложения. До начала публичных слушаний в Управление градостроительства и архитектуры поступило 26 предложений и замечаний. Их рассмотрят и включат в итоговый проект правил, который направят для принятия в городскую думу.
За основу были взяты ранее существовавшие правила, утвержденные постановлением администрации Приморского края, ранее существовавшие в городе Владивостоке правила благоустройства. Кроме того, были добавлены положения на основании практической деятельности органов администрации. То есть в связи с этим появились достаточно жесткие запреты, то есть в частности это парковка на газонах, в частности это незаконная торговля, в частности это земляные работы. То есть следующий шаг у нас будет о значительном увеличении размера административных штрафов за данные правонарушения. Также документом регулируются вопросы об устройстве территории для маломобильных граждан, участия граждан в организации благоустройства, контроля за соблюдением правил и ответственности граждан и организаций за их нарушения. Проект новой школы в микрорайоне «Снеговая Пать» полностью готов. Его по заказу администрации Владивостока разработала проектная организация «СБС Групп». Новое учебное учреждение рассчитано на 825 учеников. Уже готово положительное заключение государственной экспертизы. Идет подготовка документации для определения сметной стоимости строительства. Школа состоит из двух корпусов в 2 и 4 этажа. Между собой их соединяет теплый переход. В дополнительном двухэтажном корпусе школы предусмотрены спортзал и два бассейна. На душевые раздевалки. Построят новую школу неподалеку от поликлиники номер 9 для взрослых в районе улицы Адмирала Горшкова. Новое учебное учреждение будет типовым, таким же, как школы номер 82 и 83, расположенные в этом микрорайоне. Напомним, строительство профинансируют из федерального бюджета в рамках социального развития регионов Дальнего Востока. Глава города Виталий Веркиенко сообщил, что в будущем запланировано еще одно строительство точно такой же школы. По расчетам специалистов, именно 4 школы нужны микрорайону, чтобы полностью удовлетворить потребность жителей. Ну а пока на дворе лето и каникулы, школьники могут отправиться в самый большой туристический маршрут под названием «Семиверстка». Его открыли в Национальном парке «Земля леопарда». Первыми гостями стали 5 игроков приморского хоккейного клуба «Адмирал», хранителя дальневосточного леопарда по имени Валера. Как прошла большая прогулка хоккеистов и чем будут радовать туристов на данном маршруте, узнавал мой коллега Дмитрий Беломеснов. Медведи, тигры и леопарды, а также другие обитатели нацпарка появляются на глаза человеку крайне редко, но благодаря фотоловушкам, а их около 400, адмираловцы смогли увидеть Валеру, дальневосточного леопарда, названного в честь хоккеиста Валерия Харламова, игроками хоккейного клуба «Адмирал» в 2014 году. Хоккеисты «Адмирала» стали первыми гостями «Семиверстки» не случайно. Рельеф нового маршрута отличается частыми подъемами и поэтому может быть интересен в том числе и спортсменам. Кроме этого, поблизости находится участок обитания дальневосточного леопарда Валеры. Новый маршрут «Семиверстка» проложен по вершинам и хребтам гор, где открываются захватывающие виды природы Приморского края. Назван в честь протекающей рядом реки. Это туристический путь для тех, кто любит долгие прогулки, скандинавскую ходьбу или поездки на велосипедах. Маршрут, конечно, имеет некоторые сложности, все-таки пересеченная местность, но тем не менее это и будет интересно, мне кажется, для всех, кто желает. И мы понимаем, что есть потребность у посетителей нашей территории. Это второй маршрут, который посетители смогут пройти самостоятельно. Прибыв на точку старта, туристы могут выбрать одно из нескольких направлений протяженностью от 7 до 10 километров. На этом пути можно встретить следы диких животных, от кабана до тигра. Поэтому смело можно сказать, что тропа рассчитана на смелых, сильных и выносливых людей. На нашей территории редко найти именно такую местность, где обзор на 360 градусов. Так как я выросла на Урале и видела всегда просторы, когда небо и там сливается с горизонтом, естественно, мне очень нравятся панорамные виды. Это перспектива, когда ты видишь, да, можно полюбоваться. Это очень шикарные виды. Это самая моя любимая точка на самом деле на земле леопарда. Хоккеисты «Адмирала» приняли участие в символической акции по разрезанию красной ленты на новом маршруте. Теперь посетить «Семиверстку» может любой желающий. Почти все игроки – выходцы из других городов России. Поэтому для многих было настоящим откровением узнать Приморский край еще и таким – диким и прекрасным. Нам всем очень повезло, что мы смогли это все увидеть своими глазами. Нам рассказали интересные истории про леопардов,
про Валеру, который связан с нашим клубом. Я приехал из Москвы, и никогда не видел таких пейзажей, да. И мне кажется, нам очень повезло. Это очень красиво. Не забываем. Увидеть вживую диких кошек игрокам не удалось. Как отмечают специалисты, леопарды не выходят на контакт с людьми, но любят наблюдать за человеком. Жалко, что не увидели леопарда как Валеру. Вот. Ну, очень понравилось, очень красиво. Спасибо большое всем, что сделали такой небольшой уикенд для нас. Туризм – важное направление работы Национального парка «Земля леопарда». Наряду с основной задачей – сохранением популяции самой редкой крупной кошки планеты и природного богатства в целом. Ученые стремятся познакомить жителей и гостей региона с уникальной природой Приморья. Новая тропа «Семиверстка» наверняка станет популярным маршрутом для посетителей нацпарка. А возможно, что и вдохновит хоккеистов «Адмирала» на новые победы. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Радостное событие в зоопарке на Садгороде. В семье зебр пополнение. Полосатая красавица Зоя родила очаровательного жеребенка. Это первый случай в истории, когда эти экзотические животные дали потомство на Дальнем Востоке, и второй случай в России. С малышкой Александрой познакомилась моя коллега Светлана Садовая. Новорожденной зебре Александре всего 4 дня, но она уже уникальное явление природы. Александра – первая зебра, уроженка Дальнего Востока, и вторая россиянка. Первая зебра в России появилась на свет в московском зоопарке. Маму зовут Зоя, малышку назвали Александра. Родилась она 20 июля в нашем зоопарке с 8 до 9 часов утра. Это уникальные роды. Вообще в России вторые. Александра – долгожданный детеныш. Беременностью зебр длится больше года. Практически через час после появления на свет Александра, хоть и не уверена, но встала на ножки. Окрас каждой зебры уникален, и свою мать детеныш узнает по полоскам. Диана всю беременность занималась будущей мамой Зоей, и поэтому ее дочку Александру назвали в честь сына самой Дианы. Сегодня же ребенок – объект повышенного внимания и неусыпной заботы всех сотрудников зоопарка. Однако и Зоя оказалась очень внимательной мамой. Близко к Александре подойти нельзя. Диана, хоть и ухаживала за Зоей всю беременность, первая и получила от заботливой мамаши. Ну, мама меня прикусила, когда я первая взяла ее на руки, чтобы вынести сюда в вольер, чтобы она встала, нужна была земля. Отца Александры, жеребца Марти, пока отселили в соседний вольер. Соединится семья не раньше, чем через 3 месяца. Как поведет себя новоиспеченный отец по отношению к дочке, пока не ясно. Поэтому же ребенок должен окрепнуть перед встречей с папашей. Это как бы необычная лошадь. Она привезена с Африки. Но около 3 лет она у нас содержалась. Мы ждали этого очень. И вот дождались такой вот радости, большой радости для нас. Потому что это очень круто. Когда ты занимаешься животным, и вот у тебя потомство, коренная россиянка, зебра. Сегодня Зоя и Александра ведут обычный декретный образ жизни. Жеребенок ест и спит. Мама вылизывает дочку, кормит ее своим молоком, поэтому сама также постоянно ест. Прикармливать траву Александру начнут через месяц, а в полноценную кобылу она превратится не раньше, чем через год. Очень так трепетно она к ней относится. Ну, сейчас, видите, абсолютно спокойно, адекватно, она понимает, что опасность ей не грозит. А пока Александра растет, сотрудники зоопарка подозревают, что от Марти уже беременна вторая зебра Джессика. А значит, через год в приморской столице появится на свет уже вторая полосатая дальневосточница. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. И еще одна новость из мира животных. Морж Миша из Приморского океанариума научился подражать утиному кряканью. Теперь программа выступления знаменитого артиста из Приморского океанариума расширилась. На демонстрации навыков морских млекопитающих зрители могут услышать достоверную пародию от Миши на утиное кряканье. Специально произносить этот звук Мишу не учили. По словам тренера Приморского океанариума Антона Орлова, в природе для общения моржи используют очень разные по звучанию сигналы. Этот навык у моржа закрепили и превратили в номер для выступления. Всего в арсенале у Миши около 40 номеров, многие из них состоят из нескольких элементов. Специалисты отмечают, у Миши есть 2 программы выступления, длинная и короткая. Какая из них будет исполнена, зависит от настроения артиста. Еще у нас Михаил отлично пародирует уточку.
И к новостям спорта. Футбольный клуб «Луч» потерпел второе подряд поражение на старте сезона. Юные спортсмены из стран АТР сойдутся во Владивостоке. А баскетбольная команда «Спартак Приморья» останется в Суперлиге. Подробнее обо всем этом Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч» провел гостевой матч с волгоградским «Ротором». Игра проходила на арене, которая принимала несколько встреч недавнего чемпионата мира. Поэтому за ходом матча следили около 30 тысяч человек. «Ротор» с самого начала встречи играл, как и свойственно хозяевам. Приморцам приходилось отбиваться от череды опасных атак. Доминирование волгоградской команды в первом тайме результата не принесло – 0-0 к перерыву. Но уже во втором отрезке на 72-й минуте «Ротор» смог реализовать угловой, где расторопнее всех на добивании оказался Каратаев. 1-0. Финальный штурм «Лучани» выглядел убедительно, поэтому в итоге счет так и не поменялся. Были моменты как у наших ворот, так и ворот соперника. А после пропущенного гола побежали отыгрываться, поэтому стали играть в три нападающих. Ну, были эпизоды, были моменты, но не забили. Это вторая игра со старта сезона и второе поражение «Луча». Следующий матч приморцы проведут уже во Владивостоке. 29 июля «Тигры» встретятся с питерским «Зенитом-2». Юношеские спортивные игры стран АТР стартуют во Владивостоке. Традиционные соревнования между детьми и подростками стран Азиатско-Тихоокеанского региона вновь примет Всероссийский детский центр «Океан». Сами состязания будут проходить до 29 июля. Они объединят юных спортсменов из Китая, Южной и Северной Кореи, а также со всего Дальнего Востока. Всего свои силы попробуют около 250 ребят. Программа юношеских игр каждый год включает в себя 8 видов спорта – уличный баскетбол, футбол, шахматы, дзюдо, настольный теннис, бадминтон, плавание и легкую атлетику. Также планируется тестовое выполнение нормативов комплекса ГТО. Вдобавок, для делегации в рамках проведения соревнований, помимо спортивной программы, будут предусмотрены культурно-экскурсионные мероприятия. «Спартак Приморья» не взяли в единую лигу ВТБ. Баскетбольный клуб, ранее подавший заявку на вступление в чемпионат, получил отказ. На его место досталось четырехкратному чемпиону Польши, клубу «Зелена Гура». Оказалось, что приморцы при подаче заявки не рассчитали свои силы. Клуб обещал дать гарантии бюджета. Было обещание играть на Фетисов-арене, где сейчас выступает хоккейный клуб «Адмирал». Арена была выбрана стратегически правильно. Но раньше здесь не проводились баскетбольные матчи, и никакого баскетбольного оборудования там нет. И нет самого главного – письменных гарантий бюджета клуба. Владивостоку был рекомендован испытательный срок – год поиграть на новой арене в Суперлиге, и если все будет нормально, то через год мы вернемся к рассмотрению заявки. Напомню, в последнем сезоне «Спартак» стал чемпионом Суперлиги, где теперь ему вновь предстоит сыграть уже осенью этого года. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Тайфун «Ампил» принесет циклон в центральные и северные районы Приморья 26 и 27 июля. Осадки могут поднять высоту воды в реках до опасного уровня. Двое туристов погибли в селе Андреевка во время проката на парашютной системе за катером. Следственным комитетом России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Ипотеку от 5,5% начали выдавать в Приморье работникам бюджетной сферы. Публичные слушания по проекту новых правил благоустройства городских территорий прошли во Владивостоке. Российскую модель экзоскелета впервые на Дальнем Востоке тестируют в медцентре ДВФУ. Железный костюм поможет пациентам вновь научиться ходить. Семиверстка – самый большой туристический маршрут открыли в нацпарке «Земля леопарда». На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Полное лунное затмение смогут наблюдать в предстоящий уикенд приморские любители астрономии. Оно будет продолжаться 103 минуты и станет самым длительным в 21 веке. Начнется затмение по местному времени в 5:30 утра в субботу 28 июля. Максимальная фаза затмения наступит примерно через час. Лунные затмения всегда происходят в полнолуние, когда Солнце и Луна находятся друг напротив друга, а Земля, проходя между ними, бросает тень на Луну, то есть затмевает ее. Явление также называют кровавой луной из-за красоты.
красноватого цвета, который приобретает ночное светило. К тому, как выглядит Луна на вечернем или ночном небе, все уже привыкли. А как бы выглядел спутник Земли, если бы вместо Луны это были бы планеты Солнечной системы? Смотрите прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Thank you.